пошли мы блины есть куда-то в кафе. Нормально. Сейчас назад сядет, подожди. Ты вот так одну выстоя. Нет, не хотят. Не хотят. Не хотят. Вот, вот, вот. Во. Отцепился-то как? Тихо. Удобно. Удобно расположились. Ай. Нервы купили там уже параллельно. Пускай. Больше. Только два. Ай. Не, ну третий это уже перебор. Нормально. Лома, на меня посмотри. Все, больше нет. И такой, да ну нахрен тебе. Ну что, пошли. Самое дальше. Самое смешное, что можно в этом Владимире делать, это камень голубей вот так. Никита, вот эти подальше, в коляске. Какой смелый. Ну что, он самый смелый. Ой, блин, в коляску. Так, ну что, пойдем дальше куда? Пошел снег! Народный коллектив! Пойдем на ансамбль «Жаворонки»! Здравствуйте, жители и гости нашего славного города! Сегодня мы с вами отмечаем праздник веселый, праздник старинный! Его еще наши отцы, деды и прадеды отмечали! Широкой масленицы поздравляем! Ура! Ну что ж, дорогие друзья, но, к сожалению, масленичная неделя подходит к концу, и мы, наевшись блинов, готовимся сжигать чучело, попросить друг у друга прощения, и это, пожалуй, один из немногих общеизвестных традиций масленицы. А сегодня мы хотим познакомить вас с теми традициями, которые вы мало в каком. Короче, снег метет конкретно. Того, как появилась масленица. Ну, нас заняло, они да? утверждают, что еще будучи единственными, наши сливается. Наши сжигали на костре чучело. Зато я вам как это. Зимы. Только что с севера. Валил тут снег, нас всех завалило. Видимость вообще нулевая. О. Сам смотри, я тебе что могу сказать? Решай сам. У нас здесь какой-то Silent Hill. Все бело-бело. Не, смотри, собор вообще не видно. Ну да, реально. Как в Silent Hill, у них там тоже все белое-белое было. Ничего не видно. Да? Да. Silent Hill, еще к сирену. И вообще красиво. Да? Ну что, видно там что? Как видимость-то?
Я сейчас так... Ну, пошли дальше. Парк, серьезная защита, я вам не завидую. Просто серьезные усилия в защите. Серьезная тактика. Опа! Продумалось, картина. Отлично! Девчонки, считаем очень внимательно, считаем очки, считаем баллы, считаем мячи. Давай, 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 давай! Ай-яй-яй-яй-яй! Отлично! Все очень тихо, я не слышу, кто болеет за команду «Залёгки», друзья, будем тише! Ай-яй-яй, картина снова, снова на земле. Так, вот это защита, друзья, просто нереальное сопротивление. Очень здорово играют парни. Давай, 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 вдвоем идем. Давай, 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 давай. Ай, почти. Хорошо борется, сколько времени здесь? 40 секунд, парни, ускоряемся, давай. Последний мяч остался, друзья, последний шанс. Я думаю, это должно быть три очка. Три очка должно быть, парни. Я рекомендую выходить на картину. Давай, давай, давай. Аплодисменты команды, друзья. Ассистенты, парни, собираем мячи побыстрее. Дальше в атаку у нас выходит команда «Атмосферы». Команда «Атмосферы» выходит в атаку. Есть на свете место, это знаем точно, где цветет волшебный, сказочный цветок. Цветик, синий цветик, мой король цветочный, дарит детям чудо каждый лепесток. Каждый лепесток, лети, лети, лепесток, через запад на восток. Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему велик, быть по-моему велик. Песня ты легенда, он растет, наверное, он цветет в прекрасных, сказочных мечтах. Знаю, что однажды унесенный ветром, он зажжет сердца, он зажжет сердца. Лети, 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 через запад на восток, через север, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Быть по-моему велик, быть по-моему велик. Чудесный цветик, синий цветик, ярко распахнет, станет мир прекрасным, солнечным и светлым, и тонкий волшебный счастье к нам придет, счастье к нам придет. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему велик, быть по-моему велик.
Друзья, это Диана Песни Калейдоскоп. Мы продолжаем, поем и танцуем вместе с ними. Давай, Владимир! Не хочется вставать, мир порой ужасно злой, незнакомый и чужой, уж понять его легко. Но все такие же, как ты, у всех такие же мечты. Посмотри, и ты увидишь. Мы все, мы вселенная, и у всех те же стремления. Смотри, весь мир, сумма наших желаний. Живи, дари и мечтай. Люди все такие же, как мы, но такие разные, что, пожалуй, интересней. Вместе нам на земле. Не бойся, это глупый страх, как повязка на глаза. Сними ее, и ты увидишь. Разбуди свою мечту, не бойся, и ты увидишь. Мы вселенная, и у всех те же стремления. Смотри, весь мир, сумма наших желаний. Живи, дари и мечтай. Друзья, театр песни. Все, кто был от самого начала до самого конца, сейчас можно. Заходите к нам сюда поближе. Давайте заполним все вот это пространство, которое на дорожке между двумя площадками, потому что буквально через несколько мгновений состоится церемония награждения этих богатырей, этих воинов, этих настоящих мужчин. Подходите поближе, друзья, у нас есть приятные сюрпризы для вас. Вам будет интересно. Все сюда. Уже атакуют буквально наши мешки. Дети города Владимира. Самые мощные, самые бесстрашные дети в мире. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, у кого камень, выходим. Все, у кого камень, выходим. Молодцы. Итак, поехали еще. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, у кого камень, выходим. У кого камень, выходим. У тебя же были ножницы, чего ты уходишь? Ты молодец. Ты остался один? Ты остался один? Давай, поехали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да подожди, ты ножницы сначала. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграл, друзья. Бесспорный чемпион. Отлично. Друзья, есть еще вариант сыграть в эту же игру. Кто еще не играл, давайте с командой Декатлона сыграем. Команда Декатлона, выходите. Уважаемые гости, поздравляем всех с праздником Масленицы и Прощенным Воскресеньем. Нам очень приятно, что все то, что мы для вас организуем, вам очень нравится. Проходят конкурсы, есть победители. Всех поздравляем, всех, кто участвовал, все победители. А сейчас мы вручим награды. Спасибо всем. Отлично. Итак, дорогие друзья, на эту сцену приглашается команда, которая заняла сегодня почетное 4-е место.
Итак, друзья, аплодисменты могут не прекращаться, музыка звучит, парни радуются, парни награждаются приличными медалями «Масличное многоборье 2019». Ваши аплодисменты – это самая лучшая награда за их старания. Владимир, давайте шума! Настоящие чемпионы, настоящие победители. Отлично, отлично. Грамотами награждены, пряниками награждены, эмоции получены. Парни молодцы, в следующем году места будут гораздо выше. От главы администрации города Владимир получил каждый из них грамоту за участие в масленичном мужском многоборье. Ваши аплодисменты, общая фотография команды «Декатлон». Яркопарк Владимир! Он залетел и получил золотую медаль первым. Поздравляю, настоящие мужчины, настоящие бойцы, герои сегодняшнего дня. Это масленичные чемпионы. Нереальные просто молодцы. Друзья, я хочу услышать самый максимальный шум от вас. Яркопарк! Ну что, парни, спасибо вам огромное. Ярослав, подожди, не уходи. У нас традиция мужского масленичного многоборья. Ответное слово от победителей. Иди. Иди. Да иди, не бойся. Прошел. У меня там спина. Что-то ты медленно, больно. Ну, конечно. Да, я знаю, Игорь. Ну да. Мы были с вареньем. Это узнаешь уже хорошо. Так, а ты блины ел, дружочек? Да. Кто пек блины? Бабушка. Молодец! Сейчас Серега нефтью прованяет. Последний, дорогие друзья, последний финальный день масленичной недели. Большое фаер-шоу здесь, на главной площади города Владимира. Ну, конечно, покричали, пошумели, ура! Будет нашим героям правая или левая. Итак, правая часть, это было хлопали! А теперь левая! А теперь правая! Что-то не правая. И левая! А теперь середина! И вся вместе Соборная площадь! Давайте, дорогие друзья, все вместе дадим обратный отсчет! Поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали! А я потом вау, когда пошло не так. Кажется, что пошло не так. Thank you.
Почему так тихо? А ну-ка пошумелись! Давайте поддержим, ребята, аплодисментами! Thank you.
еще не мир. Среди названных своих
Россия! Техническое шоу «Путь солнца» специально для вас, дорогие друзья! Ну давайте мы подождем, пока ребята все появятся здесь. И вот все, 3-4. Молодцы! 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 Вот теперь я с уверенностью могу сказать, что я знаю, что такое, когда говорят девчонки. Девушка, вы огонь. Вот теперь я точно могу. Я теперь видела, что такое девушка огонь. Давайте еще раз, дорогие друзья, поаплодируем замечательным сказали ребятам. А нам шестое выбежало. Их потрясающим смелым девчонкам. Это было замечательно. Ну а мы, дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с Масленицей, с концом, с финалом масленичной недели. Мы желаем вам счастья, мы желаем вам здоровья. Всего самого хорошего. Кто еще не успел отведать блинов, обязательно сделайте это. Завтра начинается Великий пост. Ну и, конечно, попросите прощения у всех, у кого еще не успели. Ну и нас, конечно, простите Христа ради, коль что было не так, мы очень старались. Всех еще раз с праздником, город Владимир! Что, пойдем домой? Все. Наконец, солнце вышло. Кусочек. На-на. Да. Ну как тебе шоу? Нормально. Чё ты второй раз? Чё ты по 100 раз спрашиваешь?